Все более значимое место в спортивной жизни Академгородка и города в целом занимает недавно построенный на территории Томской особой экономической зоны многофункциональный спорткомплекс «Академия спорта». На проспекте Развития 7 все чаще бушуют хоккейные и футбольные баталии как местного масштаба, так и межрегионального уровня. Проходят здесь и теннисные турниры. Уже во второй раз в Академии спорта теннисисты разыграли медали сибирского Уимблдона. Как правило, томские теннисные соревнования проводятся либо на грунтовых кортах, либо на площадках с твердым покрытием. Как известно, в рамках знаменитого уимблдонского турнира большинство матчей играется именно на травяных кортах. В Академии спорта корты также, хотя с искусственной, но все же травой. Отсюда и название «Сибирский Уимблдон». В отличие от туманного Альбиона, участниками нашего турнира являются не профессионалы, а любители. Поэтому и героем нашего репортажа стал не один из триумфаторов турниров «Большого шлема», а скромный спортсмен-любитель, томский парикмахер Виктор Вороной. На корт он попал, в общем-то, случайно, и тогда ему было уже за 40. Я сходил на первую тренировку. На первой тренировке я сразу понял, что такое теннис. Что это грандиозный труд. Я сразу зауважал всех топовых теннисистов, потому что они вкалывают, как проклятые. И здесь я остался просто из интереса, могу ли я, как это делается. И такой азарт привел меня, в общем, в целом уже на постоянную основу, которой я и продолжаю заниматься. Если когда-нибудь вам сказали бы 10 лет, 15 назад, что вы будете участвовать в Уимблдоне. Да, у нас Уимблдон сибирский, но все же. О, я бы не посмеялся, не посмеялся. Формат тенниса на траве вам нравится? Конечно, да, да. Это другое покрытие. Вообще все покрытия, они разные. И имеют свои особенности. И трава в этом отношении для меня, по крайней мере, лучше. Потому что она медленнее, я успеваю подбегать. Там, ну, там есть свои нюансы. Вообще пробовать и экспериментировать на разном покрытии, это же здорово. Обязательно. Обязательно нужно, всем рекомендую. Мы в Сибири живем, мы еще и теннис на снегу придумали. Это возможно, да, да, да. Вы работаете парикмахером, да? Вы сегодня, наверное, здесь пришли по-спортивному причесать соперников? Посмотрим, посмотрим. Ну, к соперникам надо уважительно относиться. Я думаю, что нужно им сделать хорошую прическу. Что-то есть общее между вашей профессией и теннисом? Хотя вот с первого взгляда, наверное, нет, да? Любая техника... Ну, допустим, в моей работе постановка ног, рук, и она очень важна. И в теннисе, в любом ударе. Серьезно, парикмахеру это важно? Обязательно. Это очень, это основа вообще. И в теннисе точно так же. Постановка ног, рук, реакция. Когда вы начинали работать парикмахером, тоже, наверное, не сразу все получалось, как и здесь, на корте? Конечно, конечно, конечно. А что для необходимо? Человека с интеллектом ничего нет невозможного. Нужно просто тренироваться и понимать, чувствовать свое тело правильно, чувствовать момент, ритмику удара и тому подобное. То есть и очень внимательно слушать тренера, все рекомендации тренера. Так же, как и мастера, который обучает вас. Конечно, очень похожая ситуация. Что в танце, что в боевых искусствах, что в теннисе, что в парикмахерстве. Виктор Вороной регулярно откладывает в сторону ножницы и берет в руки ракетку, посещает тренировки в теннисном клубе «Чемпион», участвует в соревнованиях. И он сам, и тренеры чувствуют прогресс. В сибирском Уимблдоне в категории «Челленджер» Томич занял, в общем-то, довольно приличное пятое место. До медали осталось рукой подать. Ну а пока на пьедестал поднялись другие томские любители Андрей Финк, Сергей Шушпанов и Дарья Свидерская. В более продвинутой любительской категории «Мастерс» призовую тройку составили Александр Денисевич, Константин Фатин и Александр Никанов соответственно. Соревновательный календарь у томских любителей тенниса насыщен событиями и разнообразен. Интересный старт их ждет уже 16 ноября. Командный кубок теннисного клуба «Чемпион» в парном разряде.